Пригласили к себе Моргенштерна, но он еще не знает, что его ждет. Успел посмотреть из машины что-то? Ну, краем глаза заметил. Краем глаза? Да, заметил. Ладно, хорошо. А, кстати, это наш пропуск. Нас без него не пустят. Алишер, это, кстати, могучий лев переводится. Да. Вы гуглили, да? Да, конечно, ну, гуглили. 100%. Да, да, гуглили. Стой, она сейчас как одевается? Разберемся, пошли. Ладно. Чисто. Дальше. Ну, походу, ошибли. Короче, пропуск, давай, пропускай. Йоу. Салам алейкула. Это жесть. Жесть? Почему? А где? Я не знал, что существует так много людей в мире. Чего они так разгладились-то, я не понимаю. А? Внимание! Треков не будет. Смотри, мы зачем этих людей собрали? Мы хотели тебе показать одну фичу, которую я со своей командой постов создал. 52 человека перед тобой. Я им всем сейчас одновременно позвоню. Я их знать не знаю, я первый раз их вижу. Ни про их номера, ни про их телефон я ничего не знаю. Но мы им всем одновременно сейчас позвоним. И мало того, что позвоним, ты еще с ними поговоришь. Ты что, программист? Так, мне нужен телефон. Так, активируем. Давай мы им теперь позвоним. Это, я так понимаю, количество телефонов? Это количество вокруг телефонов, которые были найдены, да, вокруг. Давай, с какого номера? Твое любимое число? Не знаю. 3 шестерки, я на лбу вижу. Пойдет. Так, давай запишем что-нибудь. Давай что-нибудь, а только музыку не надо. Давай. Если вы это слышите, скорее всего, вы это слышите. Все, отлично. Очень высокоинтеллектуальные. А чего ты хотел, так, приглашая меня? Поднимите свои телефоны. 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 Поднимаем все телефоны. Как вы очень страшно в фильме каком-то. Возьмите телефон и поставьте на громкую связь. Возьмите телефон и поставьте на громкую связь. Поднимайте. Поднимайте. Я как будто с ума сошел. У тебя ужасный голос, ну по музыке так не скажешь. Это жесть, это законно. Все, всем спасибо. Дальше идем. Смотрите, мы вас зачем, собственно, сюда собрали? Это на самом деле очень жутко было. Я вам сейчас разошлю смс-кой вполне простое задание. Оно очень простое, максимально простое. Проблема состоит в том, что оно на другом языке. Оно на корейском. Кто, собственно говоря, задание выполнит, тот победил. Остальные умрут? А? Не, они просто выбывают, они не умирают. С номера 3 шестерки я отправляю вам задание. Кто знает корейский? Никто. Ну, смотри, кто-то знает. Серьезно? Ты правда знаешь? У меня есть переводчик. Поднимите руку, поднимите руку, поднимите телефоны, то есть. А здесь ловит интернет? Такая симфония. Симфония смс-ок чисто. Все поднимайте, все. А, это ты вот эти смс-ки присылаешь, типа, вот мы, у нас предложение от банка, да, предлагаем его взять. Не, я звоню, я звоню. Давай, опускаем, опускаем, опускаем. Выполняйте задание. Вот тут, мне кажется, знает корейский, смотри на него. По идее должен. Вот, 100%. Мне кажется, он русский не знает. К сожалению, никто из вас задание не выполнил. Поэтому вы все выбываете. Самый быстрый сезон игры в кальмара. Я думаю, на этом можно закончить. Все, можешь заканчивать. Что? Серьезно? 18+ только что на видосе прилетело. Но если бы они сейчас все умерли, это было бы вообще супер.